Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня с вами тест. Что-то включился этот микрофон. Сегодня у нас с вами тест Минотаврика, нашего максимального. Мы не будем тестировать нового героя, я вам его покажу попозже немножко, почему расскажу. Ну, для битвы Гилли он, в принципе, придатный, но это не тот герой, который будет противостоять топовым прокачкам, топовым сборкам. В общем, поехали. Поехали. Ставим сюда маскировку на всякий случай, мало ли. У нас будет сегодня тест Минотавра. Минотавра, которого я вам показывал. Вот такого вот. С топовой ударкой. То есть я хочу попробовать им пройти. У нас сегодня миллионники. Попробовать. Поехали, посмотрим. Сейчас определимся, что там мы. Так, 1 и 2, 1, 1, 900, 1 и 1. Ну, в общем, отлично. Короче, бьем всех от ляма. Что мы видим сразу же? Что вам в глаза падается? Ну, конечно же, дырочная раста. В данном случае делаем так. Пусть посливается немножко, хоть заодно и проверим десятую огненную защиту. Ой-ой-ой-ой-ой, стой! Ай! Блин, я же завтыкал, на нем же этот стоит. Вот это я Валера, конечно. На нем же стоит цепелин. Я ж поставил цепелина, блин. Вот это я втыканул. Ну да ладно. Пофиг. Как видите, короче, с огненной защитой Зефир тащит. Это называется, мы с вами, блин, протестировали, блин, Минотавра. А вот Минотаврик бьет! Бум! В общем, поехали дальше. Ну, блин, ребят, сори. Я завтыкал. Я себе хотел просто убрать юнитов. Давайте тогда поставим сюда Анубиса. Еще дополнительно. Блин, что-то, конечно, печально. Ну, зато трэш получился. Такс. Было бы прикольно, если бы слились. У меня реса нету. Ну, видите, Зефир, Солос, Огненка и с маскировкой реально тащат. Такс. Наш Анубис. Онубис. Ставим сюда ремочку, наверное, скорее всего. Хотя, в принципе, тут быстрый набор. Он должен набирать очень обалденно. Кстати, давайте затестируем вот такой вот вариант. Нестандарт. У него быстрый набор, он должен сливаться просто. Это просто жесть. Две тычки, его нет. Это, конечно, реально смешно. Вот такие вот, ребятушки, Анубисы фуловые. Без уклонения. Ни хрена сделать не может. Так, давайте так сделаем. Так, здесь поставим. Попробуем выживание. То есть на нем уклонения нету, как видите, он беспонтовый. Он чисто для фарма. То есть фарм вариант, но попробуем сейчас хоть как-то зачистить для Минотавра. Так, вот отлично, с выживанием все-таки получше будет. Так, где моя музычка делась? Запарили. Так, все почистили, все good. Зер. И вот так вот, видите? Вот видите, что творится? Вот вам Минотавр. Он даже не может пройти две клеточки. Анубис, блин, слил специально всех ради тебя, а ты... Эх ты. Это просто пипец. Ладно, идем еще. Надо, наверное, все-таки с ворожея стартовать, чтобы он его подхиливал. Такой вариант будет получше. Так, есть, всех слили. Бум! 100%. То есть без вариантов, ребят. Просто без вариантов. Сразу же тычка и сразу же хлоп. Это максимальные, это топ-донаты. Ну, как топ-донаты? Относительно, я не знаю, как у них там по донату, но думаю, по прокачках у них зданий все good. Так, что у нас тут? Тут нам надо забежать хоть как-то.
Тут у нас тоже все такие прям расфуфыренные. Ну, не знаю, не знаю. Попробуем сейчас, конечно же. Эй, Анубис. Просто, блин. Так, давайте еще разок. Что-то печально. Тут, видите, точности намного больше. Ладно, к этому вернемся потом. Это что у нас? Bad Cannabis. Поехали, пока других посмотрим. И тут воодушевление у нас. Боже, как вы уже задрали с этими воодушками. Ну, нереальное что-то. И вроде, казалось бы, топовые расты. А посмотрите, сколько у них дырок здесь. Ну, просто нереальное количество дырок. Я надеюсь, там хоть тотемы стоят в тех дырках. Просто налегке, ребят, просто один чпок. Вот скажите, вот как можно досмотреть дырку? Дырочные миллионники. Ну это просто пипец, это обидно реально. Ну не мне, конечно же. Так, поехали дальше, еще один топ. Ну как видите, Минотавр себя оправдывает на все 200%. Так, что у нас тут? Тут у нас тоже зефир злобный. Ну пробуем. Да, вряд ли мы добежим. Хотя, в принципе, шанс добежать есть. Если будем спамить юнитами, то, в принципе, добежим. Но это не точно. Живи, Минотаврик, живи! Давай, тащи! Бро! Просто налегке, ребят. Вот так вот разбираются топовые базы. И будут у вас юниты, не будет у вас юнита. Вы просто налегке разберете любого топа. Потому что Минотавр рано или поздно уходит в инвиз, ворожай ему даст отхил. То есть эта связка, ну, реально действует и работает. Плюс еще добавит атаки. То есть в любом случае вы хлопнете прилично. Так, ну что у нас остался? Еще один. Как видите, Минотавр еще тащит. Так, в принципе, тут мы забежать тоже должны. Ай-яй-яй, слили сразу. Видите, очень много дамага. И точности хватает у героев. Сразу сливает. Очень много дамага проходит. Сейчас попробуем опять вариант. Так. Поспамить немножко юнитами. Опять спамим юнитами по максимуму. Мне все-таки попадает. Очень много дамага сливает сразу. Если сравнивать с предыдущими растами, здесь реально очень быстро он сливает. То есть одна тычка и героя просто нет, видите? Давай минус! Но минус у нас без энергии. Так, попробуем. Попробуем где-то отсюда выбросить сейчас. Что-то я всех выпустил юнитами, не спамил, херню сделал.
Видите, юнитов сливаем, в принципе, налегке. Вот, 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 вот оно. Давай, ну куда ты? Быстрей, быстрей, иди быстрей, бро! Почти. Почти, ребята. А, давайте попробуем вариант. Блин, тут бы вариант с бегом. Можно попробовать. Давайте попробуем. Вот такой вот вариант. А, у нас тогда он заряд, не заряженный будет. Не катит. Так он сливается. Вариант поставить сюда вот так вот, ускорить для бега. Давайте попробуем так. Так, юнита выбрали, выпустили Минотаврика. Отлично, Минотаврик ушел в инвиз и бум! Все, ребят. Разобрали. Вот так вот. Недолго мы мучились, конечно. И что у нас в итоге ушло? Ну, помучились немножко. 6 минут у нас ушло на 5 топовых миллионников Минотавром. То есть мы пробежали, в принципе, довольно-таки неплохо. Так, давайте обратно переобуем наших героев. Выставляем дафные варианты. В общем, вот так вот. Как видите, Минотавр такой шатает. Просто вот не надо ставить ему талантом эмблему. А просто ставите... Ой, маскировку, а не эмблему. Ставите ремку, это самый оптимальный вариант. У вас его будет хватать на все варианты, на все локации. Просто вы маскировку поставите, вы под нее ни хрена потом другого не сможете поставить. Поэтому перед тем, как ставить, задумайтесь, где вы будете потом этого героя использовать. Потому что локаций как бы для Минотавра тоже много, а с маскировкой он у вас будет тащить только после того, как уйдет в инвиз. Тогда только срабатывает его скилл. А, вот так вот. В общем, пишите комменты, что вы думаете. Так, этот вариант мы убираем. Ставим сюда. Воодушевление. Пишите комменты, что вы думаете по поводу такого Минотаврика. Не знаю, мне он нравится. Реально хороший. Связочка просто топовая. То есть этих три героя. Ну, надо, конечно, ворожая хорошо прокачанного иметь. Без этого тоже у вас ничего не получится. Надо, чтобы он дожил хотя бы, как минимум. В общем, вот так вот. Все, всем удачи, всем пока.